Всем привет, меня зовут Рос, вы на канале Midcore Show, и сегодня мы возвращаемся в Total Tank Simulator. А буквально несколько минут назад пришло мне письмо о том, что Noobs from Poland, а именно так называются разработчики этой игры, выпустили новую демку, демо под кодовым номером 3. А теперь у нас уже такая вот полноценная менюшка появилась, арт, видимо, нашли кому рисовать. А здесь появился мультиплеер, мы его обязательно заценим, ну, sandbox и campaign была. А появились опции, ну, здесь, собственно, ничего интересненького. Давайте посмотрим, что в компании. Там написали, что добавилось много новых юнитов. Собственно, босс левел 10. Нифига себе, здесь и босс появился. Давайте мы быстренько сейчас пробежимся по компаниям и за советы, и за фашистов. А потом мы посмотрим с вами, что же такое в мультиплеере. Короче, пройдемся полностью по всему обновлению. Ух ты, ё-моё, здесь подменюшки появились. Как всегда, по умолчанию здесь... Ой, здесь еще появился Impossible. Ну, будем проходить на нормале. Так, танки. Очуметь. Самоходки. Поддержка, артиллерия, мины всякие прочие, да? Что это? Так, в этой миссии недоступно. Попробуйте в сэндбокс режиме, я понял. Так, ракеты, Катюша. Здесь появились самолеты. Ну-ка. Самолетики, нифига себе, ну-ка. Ну-ка, сейчас попробуем заценить. Давайте поставим Яки. Здесь еще и Ил-2 штурмовик есть. Это бомбардировщик у нас. Это у нас, значит, по идее, чувак для воздушного только боя, да? Так. Armor class, fighter plane. Как почитать? Effective against different armor class. Они, короче, призывают на Твиттере у себя читать всякие подсказки о том, как это про все проходить дело. Единственное, что здесь непонятно, конечно же, какие цели он атакует, наземные он атакует или нет, но мы и попробуем сейчас. Давайте ставим Яки. Ставим два Ила. В хвосте вот здесь вот, да. Бомбардировщики пойдут. Так, секретный проект. Ультратяжелый Т-42. Ага. Я что-то не помню, что такие танки были. Ну, я, конечно, не спец по танкам. Возможно, вы мне можете подсказать, что это такое. Это было реально ультратяжелый Т-42. Такая реально существует штука. И давайте мы попробуем, наверное, поставить все это под прикрытием Катюш сделаем. Катюши у нас себя хорошо зарекомендовали. Ну, а вперед пустим, ну, наверное, легкие танки давайте вот так вот. Погнали. Посмотрим, что из этого получится. Что за первая миссия? Подсказки есть. Подсказка дня. Так, легкие танки, фланкеры, бла-бла-бла. Так, мув камера ВСАД, КУЕ, зум, юнит. Юнит ВЙО, это интересно. Ну-ка, тап и от 1 до 7. Показывает здоровье. О, слоумо, суперскорость. Ё-моё, да нормально ребята поработали, вы посмотрите. Так, F, О и тап с циферками. F. А, это слоумо, да. О, так, хпшечки. Окей, тап. Тап. Оу, да ладно. А у нас, короче, это все без текстурок. Так, ладно, вырубаем слоумо. Погнали. Так, Катюша, поехали. А, самолеты у нас летают. Ух ты, да ладно, тут и вражеский самолет. О, да вы посмотрите, тут целая война, да ладно. Погодите, да мы сейчас тут, по-моему... как бы немножко это профукаем все. Так, где наши вообще войска, мы красные или синие? Подожди, я что-то запутался. Это, а подожди, или это наши самолеты? Я что-то ни черта вообще не понимаю, что происходит. Вы посмотрите, немножко проработали графику, то есть на юниты текстурки, конечно, не натянули. Я вот сейчас не понимаю, кто побеждает, кто мы. По идее, мы должны быть красными, потому что столько танков у нас не было. У нас остались только самолеты, да? Да, у нас остались только самолеты, которые пытаются просадить по наземным целям, и у них это не особо получается. Так, а Илы у нас подбили? Полетели. А вот как раз и Ил, да? Нет? Пошла бабах! Нормально, вы посмотрите, а? Ил-2 отрабатывает свои. Вот еще один уйдет, давай. Бабах! Тут еще и физика появилась. Смотрите, куски стен отскакивают, танки переворачиваются. Неплохо, ребята, смотрите, подтюнили игрушечку.
так. И им пошел, им пошел, яки там летают, пытаются. А ты-то с чего взорвался? Кто тебя-то подбил? Так, нам главное, чтобы ивы были в полном порядке. Или они друг к другу врезаются? Я не понимаю, кто их подбивает. Бум. Так, если... Нет. Видимо, яки здесь абсолютно бесполезны против наземной техники. Яки нам нужны для воздушного боя. А вот Ил-2, смотрите, бабац и минус танк. Ну что, осталось у них 3 единицы. Ну, не могут попасть, нифига. Так, там Ил заходит. Ил заходит на атакующую. А, они пошли перезаряжаться. Окей. Отлично, аэропорта пока не взорваны. Один танк пытается просадить. Бам. Минус танк. Хорошо. Взлетай. На кого ты будешь? Бум, еще минус один, последний остался. Нет, 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 ты что делаешь? А чего он упал-то? Бензин, наверное, закончился. Да, смотрите, горючее у них заканчивается. А яки, собственно, получается, не перезаряжаются. То есть у них... Все, пошла последняя бомба с Ила. Блин, там какой-то тяжелый танк, видимо. Все. Победа. Чисто на самолетах победили. Звук из Guts and Glory взяли. Победы. Ну, примерно похож, только немножко растянут. Хорошо, давайте. Так, что у нас там? Долго уровень не шел, на самом деле. Надо было что-то получше взять. Так, короче, мы до сих пор не можем смотреть, против кого мы будем воевать. Давайте, конечно же, мы поставим Илы. Илы будут заходить с двух сторон. Так, Катюши. Катюши у нас будут. Это все у нас в фланге. Так. Fire Tank. Ух ты, огнемет появился. Нифига себе, огнеметные. Так, антитанковый бункер. Это что такое? Нормально, но дороговато. Так, артиллерия. Тяжелая артиллерия. Давайте мы немножко артиллерии здесь выставим. Вот так вот, скажем. И вперед мы пустим, наверное. Давайте средние танки. Вот так вот. Посмотрим, что из этого получится. Мы красные. Короче говоря, мы красные. Все, погнали. Вот наши войска. Кто против нас? Так, у нас... У-у-у, да ладно. У них, короче, тоже авиация. А это все кто? Это все яки. Ну, вот, короче, понятно. И они... Ага, там противовоздушные... Разнесли нас, короче, по полной программе. Да, нормально. Так, короче, здесь у нас что? Здесь у нас получается ПВОшки. Так, Катюши работают. Хорошо. Так, если Катюша вырубит им все вот эти вот посадочные площадки, то тогда самолетам будет негде перезаряжаться, и они просто упадут. Правильно? Правильно. Так, самолетов у нас с вами не осталось. А нет, смотрите, один. Ну-ка давай, куда ты идешь? Он заходит на аэропорт. Красавчик. Давай, огонь. Нет, сбрасывай. Бам. Но его уже подбили. Они могут захватывать чужие. Дал... Вы прикиньте, он взял и захватил чужой мой аэропорт. Все. Это поражение. Я понял, окей. Да сейчас это... Спокойно, игра свернулась. Так, далее. Все, фигня, переснимаем. Так, саппорт. Артиллерия, хэви, так, майнинг файр, антитанк, бункер. Где у нас анти? AA Gun Truck. Это что у нас? Ага, противовоздушная. Ага. Хорошо. Давайте выставляем. Блин, как бы сделать так, чтобы у нас... Яки. Илы.
мало-мало очень денег. Так, здесь ставим всю эту дичь. А теперь нам нужны Катюши. Катюши, в принципе, справятся со своими задачами. Ну и что нам еще надо? Суппорт. Нет, не хватает. Давай еще тебя мы поставим. Окей. Давайте попробуем такой тактикой. Сработать? Так, короче говоря, фигово, что у нас... Куда пошла просадка? По аэропорту. Так, пошел воздушный бой. Воздушный бой идет вообще просто по-дикому. Яки сражаются. Так, но самолеты летят на нашу территорию, и сейчас по ним должны работать противовоздушки. Блин. Что-то не очень хорошо противовоздушки работают. А, нет, смотрите, подбивают. Куда Катюша-то? Ай, наш аэропорт захватили. Черт побери, а. Они прям сходу. Ну и что стоим? Да, сложно же наблюдать, на самом деле, такая массовая бойня. Раньше были такие локальные битвы, ты видишь свою кучку танков, которая просто едет, и как бы видно все, и там бух-бух-бух, взрывались, и все нормально. А здесь? Подбивайте, пацаны! Куда ты? Ага, красавец, давай. Ну попади, давай. Ну, пожалуйста, на опережение, давай. Ну, есть! Красавец! Четко, еще один. Еще одно попадание, давай. А, подбили тебя, дружочек. Че, у нас противовоздушек не осталось никаких? Тихо. Противовоздушек не осталось. Катюш, по-моему, у нас тоже не осталось. Но ребята в воздухе еще воюют. Блин, просто воздушные бои. Это офигеть. Самолеты. Это очень крутое обновление. Я прям очень доволен. Очень круто. Давайте сейчас мы этот бой еще посмотрим, чем он закончится. Потом посмотрим, что там у немцев. Кстати говоря, да, если хотите прохождение кампании полноценно, чтобы мы его проходили, это не просто так посмотрели. Дефит, окей. Обязательно поддержите лайками и комментариями, потому что мне нужно понимать, как бы интересно вам вообще это смотреть или нет. Потому что, в принципе, у меня было много и вот этой игры, и предыдущих версий, и Total Accurate Battle Simulator. Мы там прям затащили по полной программе. Так, смотрим немцев. А потом еще и в мультиплеер пойдем. Так, Wunderwaffe. Что за Wunderwaffe? Блин, а почему не посмотреть? В сэндбоксе только можно посмотреть этот Wunderwaffe. Так, у нас здесь самоходки, это противовоздушки. Так, U-87 бомбардировщик и BF-109 Fighter. Это у нас штурмовой самолет. Не знаю, как правильно называть вот эти, которые просто для воздушного боя. Штурмовики, по идее, да? Так, Стрюм Тайгер Танк. Ну, вот такие знакомые штуки. Окей, саппорт, артиллерия, майны. Так, Голиаф и робот майны, понятно. Офисная тачка, понятно. Ой, офисная, офицерская. Так, танк-дестройер, это у нас все самоходочки. И, соответственно, танки. Маус, да, знаком. Катал на таком. В World of Tanks я немножко играл. Так, хорошо, норма у нас стоит. Давайте мы попробуем сейчас сделать следующее. В первой миссии у нас нету самолетов, поэтому мы ставим одного бомбардировщика. Мы ставим Голиаф Робот Майн одну штучку. Так. Музыка здесь всегда очень крутая была. Вот этот тяжелый рок такой. Прям подзадоривает. Побыстрее пойти и просто по щам всем надавать. Так, расставляем артиллерию. Хорошо. И выводим тогда... Нет, парочку не получится. Так, панцар третий, да? Или тигры? Нет, тигры не получится тоже. Ну, мы сможем 5 средних танков тогда вывести. Вот так вот. Хорошо, есть, поехали. Посмотрим, что из этого получится. Подожди, нет. Стой, туда же атакуем. Вот я, блин, расставляю, тут сижу что-то. Так, окей. Совсем глупый. Глупый. Так, убираем, ставим сюда. Так. Это у нас что было? Это у нас был... Так. Голиаф Робот Майн. Вот здесь вот рядышком. Соответственно, танки мы убираем. 5 танков. Ставим 1, 2, 3, 4, 5.
И теперь все остальное это у нас саппорт. Артиллерия, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И здесь как-то много получилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, примерно так. Окей, погнали. Не будем уже до красоты доводить, чтобы все ровненько было. У нас, как бы, знаете, тактика хаоса. Катюши. Катюши просаживают уже с самых первых секунд, самых первых минут. Но у них есть самолеты. У них есть самолеты. Наша артиллерия работает, кстати говоря. Так, а наши самолеты уже пошли сбрасывать бомбы. Давай, на Катюши, заходи, красавец. Есть! Минус Катюша. Так, отлично. Плохо. Все очень плохо. Так, наши танки там пробились на передовую. Что у нас происходит? Ты кто? А, маленький Голиаф, маленький. Голиаф, мы поехали. Голиаф, поехали. Только я единственное не знаю, как мы будем их самолеты валить. Потому что у нас, в принципе, ничего такого не осталось. В принципе, наземной техники у них не так много. А артиллерия у нас еще есть. По-моему, уже нет. По-моему, уже нет. Так, маленькие минки подъезжают, бабахают, но что-то мимо бабахают. И, короче говоря, это что? Наши танки прогорают в деревне. Один танк, точнее, остался. Он укрывается за домами. Тут один чувак как-то нарушает все законы физики. Кружит. Ну, короче, все, он готов. Считайте, что он труп. Труп. Голявчики, пожалуйста, налево обратите внимание. Нет, 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 нет. У нас есть бомбардировщик. А там танки куда собрались? Ну куда собрались-то? А, они все на синего, ну все. Фу, да. Да, 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 да. Да, да, да. Вот как-то так получается. Хорошо. Сложно. Сложно, но первую миссию мы должны затащить. Так, Голиаф, робот майн. Окей, ставим. Хорошо, поставим ее, причем немножко здесь, в стороне от аэропорта. Так. Артиллерия. Снимаем мы немножко артиллерии. Вот так вот. Освобождаем точки. Теперь, что нам нужно? Что нам нужно? Нам нужно выставить что-то против самолетов. Так, против самолетов нам нужна... Вот. Вот, вы нам нужны. Собственно, вы встаете у нас здесь, здесь и здесь. И у нас еще 100 очков остается, и легкий просто на передовую ставим. Давайте посмотрим. Давай, погнали. Да, хорошо первого лица наблюдать. Так, окей. Отцепляемся. Так, отлично, отлично, по самолетам работает противовоздушная установка. Бум! Ну давайте, давайте, сбейте его уже, ну. Ребят, ну вы что, ну серьезно, какой-то бомбардировщик не можете подбить. Он пошел на разворот. Так, здесь еще должна быть противовоздушная, или ее уже подбили? У меня же их три было, нет? Ну, капец. Это дичь. Так, с огнеметом там жарит. Танк там с огнемета прожаривает противовоздушную технику. Блин, ну да. Они опять затащили. Окей, блин, да... Что ж ты сворачиваешься-то, зараза? Ну все, это видно, что поражение. Давайте попробуем без самолетов. Без самолетов. Три противовоздушные пулемета, и они не справляются. Так, ракеты. Ну давайте попробуем выставить вот это вот чучело. Что это, что оно будет делать, интересно? 600 очков. Я, если даже честно, не знаю, что делать. Так, противовоздушки. Ну, давайте мы поставим еще две противовоздушечки вот так вот. Артиллерию надо подальше отвести. Потому что слишком плотно все стоит.
Артиллерия. Давай. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть. Вот так вот. Окей, погнали. Окей, выгадали. Почему ты взорвалась сразу же, как появилась? Что за гон-то? Ну, ну вот как это? Это нечестно. Так, все, противовоздушки начали работать. Они поливают плотным огнем просто самолеты. Но что-то люто косят. Еще один подбит. Так, хорошо, еще. Блин, они направляют свои самолеты падать на наши... на нашу артиллерию. И все, подбивают нас. Так, все, с самолетами с их покончено. Отлично, по противовоздушным, значит, этих сил достаточно. У нас осталось, в принципе, довольно много артиллерии, которая работает по танкам. И плюс голиафмайны у нас тоже едут, они в строю. Вот они пытаются догнать танки там. Вот-вот-вот-вот, маленький, давай-давай-давай, гай. Оба, бум, догнал. Хорошо, еще один маленький едет. Все, это победная катка. Подожди, откуда у вас еще самолеты? Они генерятся, что ли? Эй, вы че, серьезно? Да ну ладно тебе, бред-то какой. Ну капец. Так, в принципе, все не так уж и плохо. Но... ну как бы... если даже мы все наземные силы уничтожим, то на аэропорт нам некого будет уже выслать. Бам, минус еще одна арта. Вот в этой игре, что меня всегда бесило, это то, что всегда противоположные войска были намного мечче, чем наши. Офигеть. Противовоздушная пушка пытается против танка офигачиться, но у нее ничего не получается. Все, остались одни, по-моему, голиафные мины. Вот этот ангарчик маленький, спрятанный в лесу, в горах. Все, по ним... да, да, начали по ним работать. Все, дефит. Ладно, времени уже и так много прошло. Давайте посмотрим, что такое мультиплеер. Бэк. 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 Ну, я, кстати, да, в предыдущей демке кампанию прошел только за советские войска, а за немцев что-то у меня так и не получилось. Потому что с ними как-то не так уж все и, скажем так, понятно. Мультиплеер. Будет доступен в апреле. Хорошо, не вопрос. Что тут у нас есть? У нас есть, типа, чатик. У нас есть создать игру. Здесь, типа, пример, как в чате общаются все. Сервера. Шепнуть, присоединиться. Ну, короче, ясненько. Отлично. Ну, тогда мы смотрим, что же это... что же это у нас за секретный проект? Ультра Хэви. Так. Здесь у нас... Катюша. Fire Tank, Heavy Landmine. Тут у нас, типа, все было, да? И вот это вот против Вундерваффе. Так, три поставили, да? Раз, два, три Вундерваффе. И... ну... Рокет. Нет, Катюша. AT&T, Heavy... ага, и... Heavy, вот, Tank Destroyer. Два. По деньгам вышло, кстати, у немцев дешевле. Мы одинаковые юниты поставили в одинаковом количестве. Ну, давайте так. Icy Desert. Интересно, что за Grey Desert, Palm Paradise, Vulcana Village, Forest Road, Farmer... ух ты, сколько уровней. Ну, давайте на ровной поверхности поиграем. Погнали, посмотрим, что же это такое за техника. Окей. Так, три... блин, камера что-то не очень тупо. Вундерваффе, это что такое? Что за ваффе? Они как-то очень медленные. Что это? Что это такое у немцев за технология? Ждем. Смотрим. Так, у нас минус один. У нас минус второй. Ну, как обычно. Парни, короче, эти не торопятся. Они, видимо, что-то знают. И они... но... жбамс. Они, короче, накапливают силу.
и фигачит какой-то волной, типа EMP или что-то такое. Давай, он накопил силу, сейчас будет фигак. Мелкие там дестройеры подбиты, остались только секретные технологии. 3-2 наши. А, нет, один только. Все, у нас одна. Короче, советские войска, как видите, сильнее оказались, но это опять же. А, ну думаю, мы ни за кого не играем, ни за тех, ни за тех. Короче, вот у советских войск секретные технологии как-то мощнее, потому что она фига... Ну она фига, что вообще абсолютно им пофигу. Им по барабану. Мы, кстати, правильно начали наблюдать за этой, потому что она выжила. Этот колокол выжил до конца. И, соответственно, советские войска победили. Абсолютно одинаковое. Одинаковое расположение сил. Но советские войска оказались мощнее. Ну что ж, давайте заканчивать. Короче, как я и говорил, если хотите прохождение сценариев... Ну, за кого-нибудь, можно написать за советы или за немцев. За советы я уверен, что мы пройдем быстрее это все дело, если что. Вот, так что пишите комментарии, оставляйте. Да, за кого будем это все дело проходить, если вам вообще захочется прохождение. Я бы с удовольствием поиграл, но тут как вы скажете. Вот, но в любом случае, там любые патчики по этой игре будем смотреть, если даже и нет, если вам не понравится. Но если понравилось... Вы помните, что делать. Ну, а на этом все. С вами был Рос на канале Midcore Show. Игра Total Tank Simulator. Ну, почти как, да. Total Accurate Battle Simulator, короче. Только это про военную технику. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, комментируйте, вступайте в сообщество ВКонтакте. Ссылочки в описании под этим видео. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока!